Но на эту сцену я хочу пригласить свою соведущую, замечательную, неповторимую Ленушу. Встречаем, друзья! Спасибо, я всех приветствую! Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые участники! Сейчас я прочитаю для вас свои авторские два стихотворения. «Маэстро». Давай убежим с тобою в закат, в лучистые добрые дали, где солнце огромное светит в сердцах, где счастье повсюду с нами. Как дети кружимся мы в летнем дне и за руки держимся крепко, бежим, улыбаясь, как в детстве в мечте, не думая, что будет завтра. Благодарю. И еще одно стихотворение для вас. Ковер из листьев под ногами, шурша листву, иду к тебе. Хочу сказать, что я скучаю. Знаю, и ты скучаешь обо мне. Та осень вечно будет с нами. Красивый листопад любви. Хочу сказать, что не забыла прикосновение твоей души. Спасибо. Хорошего вечера.